быть Марта, и сегодня я хочу покинуть вам слово на добрую ночь. Ці было когда-нибудь в вашем жизни такое, что некая фраза или цитата быцем переследует вас? У меня так. И эту фразу можно сформулировать одним словом. Доверься. Напевно, это уже девиз моего жизни. Я чула разные интерпретации этой фразы, и за все до тяжкие моменты она приходит мне на помогу. Недавно я нашла добрую цитату из Библии, которую хочу вам зачитать. «Обратись и ты к Богу твоему. Наблюдай милость и суд, и уповай на Бога твоего всегда». Уповай на Бога. Это значит ускласти на Его все свои надеи и довериться Ему цалком. С некоторого часу в моем жизни есть такое чудовное понятие, как план А. Это Божий план. Той план, который реализуется через все мое жизнь. Я так само маю свои планы, а не это только план Б. Бо не факт, что это воля Божия, и не факт, что она здесь, в моем жизни. Тому, когда будете складывать планы на день, те планы на жизнь в своем нотатнику, то поставьте на первое место Божий план, план А, а свои планы покиньте под графою план Б. Добра ночь, хвала Христу, всего наилучшего!